Такой вот шикарный домик. Мы купили одеялечки. Здесь у нас есть диванчик на втором этаже, столик со стульчиком. Там кухня, папа, столик, телевизор. Из человечков у нас есть мама. Такой есть дочь. Есть папа и собачка. Она... Тебе нравится? Она пока сядет. Да, она пока сядет. Она вау. Мама и дочь сядут на диванчик? Да, папа пока покушает. Папа пока покушает, он голодный, что ли? О, вот. Я сяду потом. А такой стульчик он сядет, получится? Нет. Мы с тобой только что достали из коробки эти игрушки. Она будет... Ой, все, мы закроем этот домик. Мы его закроем, он закрывается. Ну-ка, покажи мне, как он закрывается. Я все поставлю. Давай. Ой, упалась. Кто упал? Стульчик, столик. Нет, это стул. Зайка, так она все будет... должны сидеть она... на стульчиках вокруг столика. Нет, собачка будет. Собачка будет сидеть? Ну-ка, да. Покажи мне собачку. Вот он. Какая она милая у тебя. У тебя тут есть холодильник, еще какой-то столик. А папа будет сидеть на сиденье. Вот, мама и доча будут сидеть на диване, а папа на сиденье. Закрою. Ух ты, ты закрыла этот дом. Ой, папа упал со стула. Так, закроем потом. Вот Адель вытаскивает всех человечков. Какие они у тебя милые. И закрываем домик. Он закрывается. И собачку еще надо, правильно. Закрывай домик. Вау, какой домик. Какой он красивый. Здесь есть вход. Второй этаж. Ой, как здорово. Теперь ты можешь открыть домик и посадить человечков вовнутрь. Какой у тебя шикарный домик папа тебе купил. Зайду туда. Хорошо, что без мамы ездит в магазин. Папа любит дарить подарки, да, Адель? Какая же у тебя милая собачка и девочка. Давай, кто пойдет в домик? И они. Девочка будет. Мама, папа и дочь, и собачка пошли домой. Они идут через двери. Всем привет! Всем привет! Мы мама, папа и доча! Ой, вы падаете только. Не падайте. Падайте. И собачка! Супер! Давай, доча, открывай дверку. Сейчас. Открываем дверку. Беру папу. Открою. Вот так. Открывай. Кто будет дверку открывать? Маленькая девочка? Сейчас. Она позвонит. Маленькая девочка звонит в двери. Дверки должны открыться. А собачка уже легла спать. Все падают. Хотите зайти в дом? Вот. Вот он дом. Интересно. Открывай нам домик, это, открывай нам дверки. Ой, тин-тин-тин-тин-тин. Девочка звонит звоночек. О, хотите дом? Ладно. Сейчас я открою. Опа. Сейчас откроют вам дверку. Она зашла уже? Маленькая девочка зашла, мама с папой еще ждут. Ну, нет. Вот папа заходит домой. Ой, там большой. Ой. А дочь уже смотрит телевизор, что ли? Нет, она не смотрит, а просто ждет. Ой, она упала. Ой, сейчас я открою. А вот.